эфир. Всем добрый вечер. Стоп, какой добрый вечер. Всем добрый день и... У нас снова Assassin's Creed. Ну да, только ноль зрителей. Да, сейчас. И вся. Возможно, добрый вечер. Еще. 10 часов по Москве. Добрый вечер. Да. Да сейчас будет. Пока начнется счетчик. Ну, пока проверка небольшая. Ну, можно так сказать, вот звук в игре сейчас. Допустим. Вроде, я по сравнению с тобой, вроде нормальный звук. Ну, это хорошо. Ну, и все же чуть-чуть себя потише сделаю. Да. Ой. Я тоже могу тебя сделать потише, не обязательно. Да, давай лучше ты меня потише сделай. Вот, сделаю тебя на 20. Вот. Угу. Сейчас проверь себя. Проверяем. Вот сейчас как раз и голос в игре. Можно заценить, как слышно голос в игре, мой и твой. Если ты, конечно, что-то скажешь. Ну, голос в игре не перебивает. Даже если мы будем говорить, мы перебьем, так что нормально. Подойди. Так, ну все, тогда начинаем. Каин, расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаки. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine non nobis. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности, верно? На что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры.
Так, все. Нам немножко рассказали про то, что мы убиваем тамплиеров, которые хотят Да. заполучить Святую Землю. АМГ пишет, что дед истеричка. Да. И здорово, кстати. Да. Привет всем тем, кто нас смотрит. Так. Всем этим пяти людям. Ну, это пока что. Сейчас счетчик поднимется. Нельзя их поосторожнее. Так. Ну, я думаю, все же большая часть ждала 8 часов. Так нет, я же говорил вчера в 5. Но я перепутал часовой пояс и получилось в 6. Ну, бывает. У нас же разница была 2 часа, теперь 3 часа. Ну, на МГ пишет то, что на работе все, поэтому никого нет. Ну, возможно, да. Так и есть. Но сегодня мы его вряд ли закончим. Хотя, если человек, с которым я должен Metal Gear сегодня вести, не будет, то Metal Gear перенесем. И пройдем Ассасина. А если что, завтра? Я думаю, мы все равно сегодня не успеем. Тебе еще очень много целей. Если ты опять по час на каждую будешь тратить, то... Ну, посмотрим, как получится уже. Но слишком много целей. Сколько их там? Четверо? А, ты уже двоих убил, остался один. В этом блоке памяти. Да, потом еще три. Потом два в другом блоке памяти и последний. Да, и потом еще один, но это уже другой. Да. Так, идем в последний город. У нас там что там? Иерусалим, по-моему, остался. Да. В этом блоке. В Иерусалим, если я не ошибаюсь, Салах один. По-моему, да. А может и нет. И не помню. Через пару минут увидим. Ну, Кейт нам писала все цели, так что вроде был Салах один, насколько я помню. Ну, если вас обнаружили, расталкивайте какая людей разница? На своем пути и используйте способность спринта, когда путь чист. Какой крутой клинок. Ну, не знаю, когда его использовали вместо пальца, это прям прекрасно. Угу. В других частях он не выглядел так сурово. Да. Но, что поделаешь. Да, но есть одна странная вещь между жду первой и второй частью и Люси. Если ты помнишь. Да. У нее резко опухли губы. Чего? Ну, какая именно часть? Да не... Не-не-не, у нее был палец. Не было. Она его просто согнула. Не было. Сейчас увидишь в конце. Я вот точно не помню, по-моему, я она помню, его все-таки что... просто согнула. Нету. В первой части его не было, во второй части он появился. Хм, бред, я думал, она его просто согнула. Uh-uh. Ну ладно, увидим. Да. Так. Пойдем по лесам. И мы в городе. Все. Больше так не делать. Пойдем соберем сначала информацию. Понятно. А потом уже пойдем в бюро, возьмем задание и пойдем карать неверных. Ну, значит, они все-таки в самый последний момент решили не отрубать отцу пальца. Трагедия, скажете вы. Ну, но я говорю, слава. Дойдем до этого, поговорим. Могу вас заинтересовать своими товарами. Наш, как же красиво здесь. Интересно, куда это? Как же приятно бродить по этим улицам в этой игре. Да уж. Опа. Воу! Я упал. Они, конечно, пустоваты, блеклые, но классные. Да, зато есть атмосфера. Да, атмосфера зашкаливает. Угу. Особенно, если играть самому и погружаться. Да. Погружение, конечно, происходит на все 100. Пожалуйста, следи, куда идешь. Да и во второй части погружение было, да и в третьей. Да и в четвертой.
Не знаю, я не заметил такого же погружения. Во второй части еще может быть. Ну, в третьем точно нет. Лично я в третьем достаточно погрузился до того момента, как меня заставили собирать эту фигню. Шкурь енот? Да. Ну, а в четвертой части погрузился вообще 100 сразу. До сих пор погружен в этом, в этой игре. Вчерашняя ночь это доказывает. Может и сегодняшняя ночь, может и нет. Умри, его! Хотя... Нет, сегодняшняя ночь навряд ли. Я уж сам хочу поиграть наконец-то во что-нибудь. А мне надо Бэтмен на закончить и Call of Duty. Ну, я вот с утра встал, работал над своим проектом, потом поиграл немножко в Бэтмена. Прекрасная игра, конечно. Мне сюжет нравится. Геймплей тот же, но повороты там хорошие. Все равно все мы знаем, чем он закончится. Ну и что, зато интересно наблюдать за всем этим. Assassin's Creed мы тоже знаем, чем он закончится, но... Ну, мы знали, чем закончится история только Эдварда. Нет, я говорю про первую часть сейчас. Мы знаем, чем она закончится, но это не отменяет, что по-любому интересно ее перепроходить. Ну, тут причем перепроходить. Я имею в виду про первое прохождение. Ну, окей, первое прохождение это было, конечно, поворотище. Особенно в конце. При первом прохождении, насчет в реальном мире, я думал, Люси просто нам помогает, как может, но не думал, что она... Давай об этом позже. Да я думаю, все уже прошли. Ну, кстати, да. Это мечеть евреев. Я не знаю, как правильно называется, я уже забыл. Так, как будто я знаю. Да я помню. А, ты знал даже? На языке вертится, назвать не могу. Да уж. Окей, сразу две цели. Нам надо что? Грабеж? Сразу два грабежа. Прекрасно. Легкие задания. А сплюнуть. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас. Блин, вчера вышел новый ролик. Ну, Lightning Returns Final Fantasy 13. И он показывает кастомизацию. Там можно купить костюм, там поменять цвет юбки, там или еще что-нибудь, там, блин, я смотрю, это реально какие-то Барби. Извиняюсь, у меня совета просто спросили. Надо было ответить. МГ пишет, кому-то гулять с собакой нужно, наверное. Я уже... Видел заказ. Чего тут нам? Мимсик подсказывает. Ну, заодно спрашивает. Синагога, вот точно. Насколько я помню, синагога у евреев. Столько смертей. Не уверен на 100%, но... Вроде да. Синагога. Ну... Да, а не тот фарс, что устроил суда. Еврейская церковь, точка. Как такое вообще могло произойти? Все, кто пытался заменить Салах ад-Дина, погибли. Мне всегда интересно, чему поклоняются евреи. Вроде иуди. Но Иуда, как мы знаем, предал Иисуса ради денег, ради 40 копеек. И как-то еще более смешно становится. Тихо! То, что все же считают евреев жадными и так далее. Я не знаю, и мне все равно, если честно. Ну ладно. Чем они поклоняются? Ну, знаешь, каждый верит в Бога по-своему. Скажем так.
Отойди. Да. Собака с нами. Ну что заставляет его делать это? Ну да. Быстро нам присоединилась. А вот АМГ пишется, что есть еще святой Иуда. И Иуда, предавший Христа, это разные люди. Ну ладно. Я не знал. Как будто я знал. Умри его! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. А я не успел. Надо было вот здесь, в этой повороте его избить. Тебе нужно украсть у него, вроде, а не избить. А, точно. Уходи. Убирайся прочь. Да-да-да-да, я убрался, убрался. Все. Все, украли. Следующий. Ой, господи, я кого-то сейчас побью. Наверное. Тебя собака прям с ума сошла. Да, знаешь, иногда нечем заняться, выходить на балкон и лаять на всех подряд. На защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся. Знаешь, от скуки. Я вот не понимаю, чем. Вот я подумал, а если бы я был на ее месте, зачем мне выходить на балкон и орать? Не знаю. Уж пойду посплю. Ну это же кота. Да, мне сообщили, что я вам нужен. МГ пишет, говорят, животные на хозяев похожи. Ну, да, но, к сожалению, не я забочусь о псе. А другой человек в доме, который слишком долго... Этот человек выходит на балкон и кричит на всех подряд. Нет, этот человек вообще не кричит. Я в жизни не видел, чтобы этот человек кричал. Машт один опасается за свою жизнь, и я его понимаю. У такого человека должно быть немало врагов. Ваши люди обеспечат его безопасность. Все в руках Божьих. Так, следующий грабеж. Странно, он такой подозрительный смотрит. Как будто кто-нибудь что-то хочет у него украсть. Стоп, я же точно хотел у него же украсть все, точнее уже украл. Так. Ты забыл, что ты у него воруешь? Не, не забыл. Просто хотел нам его потроллить. Так. Что ж, еще одно дело надо сделать. Для этого надо синхронизироваться. Он войдет в Иерусалим. Ножи у меня есть? Нет. Мне надо найти бандита. Вот и бандит. Он всегда был нашим, и наш долг защищать его до самой смерти. Окей, прекрасно. Я взялся 10 ножей. Неплохо. Так, здесь психи какие-то странные звуки издают. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Ну и же псих. Да. Бывает даже. Бывают психи в жизни. Тихо. Метательные ножи — это вещь. Я помню, я учился с одним парнем. Еще в младших классах где-то. Наверное, с 3 по 4, а потом он в параллельном был, с 5 по 6. И у него был прям жесткий дефицит внимания, он просто мог залезть под парту и начать орать, как сумасшедший. И так далее. И просто разные вещи утворял. Я думаю, это очень... Вот даже то, что мы видели в Ассасине этих сумасшедших, он даже это делал. Вот. Именно это. А может, проблема там скрывалась глубже? Не, на самом деле он нормальный. Если его на улице встретишь, поговоришь с ним, то он нормальный, он в школе. Ну, бывает всякое. Как смотрел вчера один сериалчик. Там у чувака, знаешь, свои сдвиги, и у него там, например, случается что-нибудь, и появляется выбор. Потрогать за сиськи или попукать в классе. И если он не делает, у него голова болит.
Ему придется. Ему приходится выбирать что-то из этого. Или похрюкать, как свинья на столе учителя. 10 раз. Так забавно. Лорд Майн спрашивает, привет, потом. Вторая сосед приходить будет? Да. Конечно. Потом второй, потом Brotherhood, потом Revelation, потом Liberation, потом третий. И четвертый. Да. АМГ спрашивает, а как люди из Челябы привлекают внимание? Но это надо у ЖК спрашивать. Да. Кстати, его нет, случайно? Сейчас проверю. Вроде не был. Слушай, я побью этих чуваков. А, стоп. Зачем я нажимаю не ту кнопку? Здесь же контратака, не как в четвертом Ассасине. Я нажимал прыжок. Да они все приходят и приходят. Сражаюсь против армии. Лорд Майн спрашивает, надеюсь, ты тут флаг собирать не будешь, а то это надолго. А нет, я что, дебил? Я еще головой не треснулся. Давайте, атакуйте меня. Есть. Какая же здесь все-таки прекрасная боевая система. Ну, приятно смотреть. Да и смотреть, да и играть приятно. Не знаю, вот смотрю, он правда как танцует. Все готово. Всех убил. Так, теперь нам надо побить. Шла ему, и велик он. Отрицать закон, что он делает? Значит отрицать Бога. Что я делаю? Убиваю. А на свете нет большего зла. Машт один понимает это. Он накажет преступников и защитит праведных. Слушаем. Нет его. Ничего дурного в том, чтобы пока он будет тех, болтать, кто отвернулся от закона. Мы ничто без нашей веры. Отказаться от закона значит отказаться от веры, а этого нельзя допускать. Все готово. Химулька желает нам доброго вечера. Кто там? И мы тебе. Химулька. Добрый вечер. И добро пожаловать к нам. И АМГ спрашивает. Мне... Можно, ну, исполнится ли тут враги? Им всегда было это интересно. И можно ли зачистить весь город? Они респаунятся, так что нельзя зачистить весь город. К сожалению, да. Да. И меня толкает псих и моя цель. Прекрасно. Надо кулак выбрать. И вот Лорд Майн пишет, что если всех тихо убивать, то может быть и получится, но они из-за тревоги спавнятся. Я не пробовал, но суть потому, что я видел, убивал там стражу, потом возвращался, они снова там. Блин, давай, зайди в какую-нибудь поворотню. Где я тебя смогу побить? Ну и потом убить. О, наконец-то. А у тебя явно надо проучить, он берет. Да как ты смел? Окей. На меня еще контрабандисты. Все, готов. Хватит.
Я еще дышу. А значит, тебе нужна не просто моя жизнь. Что ты хочешь? Ты хорошо знаешь Маждадина? Лучше многих. Он выглядит слишком праведным. Закон действительно важен для него. А ты как думаешь? Я думаю, он что-то скрывает. И надеюсь, ты скажешь мне, что. Это лишь маска. Все это. Такие, как я, мы должны пугать людей, вселять страх. Те, кого он убивает, не преступники. Но они очень опасны. Опасны для кого? Для их планов. Да. Он говорит и о других. Тех, с кем он работает. Или на кого работает. Я не уверен. Им нужен город. Управлять им очень важно для них. Почему? Можешь спросить его самого на одной из казней. Он очень разговорчив. Беседует с толпой. А руки у него обогрены кровью. Это все. Все, готово. Пора навести визит Малику. Смотрит, ждет. Да, блин. На крышу прыгни. Сильными, как Салахаддин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Химулька пишет, что приятно смотреть. Поэтому он поставит плющик и за прочтение чата тоже. Спасибо. Да. Спасибо тебе. Мы рады. Да. Так. Умри его! Бюро, вон оно. Бюро. Ой. Что это с ним? Да ничего, я просто так прыгаю. Так. Слушай, а этот наш враг, Салахаддин или как его там? Да, Салахаддин. Это тот, который у Пирса? Или он будет позже? Ну вот не помню точно. По-моему, нет, потому что здесь нет. По-моему, нет. Салахаддин должен будет стоять на месте, где будут казнить ассасинов. Там нет, у тебя будет возможность спасти их. Это другое. Там, нет, где стоят Салахаддин. Ассасины, там с последним врагом, вроде, где казнят. Нет, это Салахаддин. Салахаддин. Да. Ну, сейчас узнаем. Опа. Вверх. Как странно. О, круто, меня не заметили. Меня, пожалуйста. Уходи, я пощажу тебя. Я был... Да, вот Аймгей тут тоже пишет, то, что сейчас казнь будет. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Значит, я забылся. Да, давай прыгни вниз ты уже. Прыгни, я сказал. Все, прыгнул. Ну окей, послушаем разговор. Есть новости, ученик? Я не ученик. Мастерство человека видно по его поступкам, а не по знакам различия. Мы можем обмениваться колкостями, а можем заняться делом. Говори, что хотел сказать. Маждаддин устраивает публичную казнь. Там будет охрана. Но ничего такого, с чем я бы не мог справиться. Я знаю, что мне делать. Вот поэтому я и называю тебя учеником. Ты не можешь знать. Лишь предполагать. Ты должен быть готов к тому, что не прав. Сколько раз, Альтаир, мне нужно напоминать тебе об этом. Ты закончил? Не совсем. Один из тех, кого должны казнить, наш брат. Аль-Муалим хочет, чтобы он остался жив. Не думай о том, как спасти его. Этим займутся мои люди. Но ты не должен допустить, чтобы Маштадин забрал его жизнь. Не подведи нас, Альтаир, и не теряй времени. Я вспомнил. Перемотка на более поздний участок памяти. Молодец. Так, Химулька пишет, что тоже хочет на стрельщики ассасина проходить, но он за лицензию, и пока первой части нет, так что когда купит, будет проходить. Я вот советую купить, потому что игра стоит того. Ну, она стоит, да, и стоит копейки. Особенно вот если на платиру покупать, я видел.
Если, конечно, для ПК. А если на консолях, то можно купить третью часть, вот как я сделал, и получишь и первую часть в подарок. Ну да. И вот как раз он же спрашивает то, что ты же на ПК проходишь с джойстиком? Нет, нет. Проходим на PS3. Только что сказали. Да. Эта версия шла в комплект с третьим ассасином. Окей, вот казнь. Смотрим. Тишина! Я требую тишины! Люди Иерусалима, услышьте меня! Я обращаюсь к вам, чтобы предупредить. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия, надеясь сбить с истинного пути. Скажите мне, вы хотите этого? Хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Нет! Не хотим! Вот еще! Вы хотите дать отпор злодеям? Хотим! Да! Веди нас! Ваша преданность радует меня! Зло должно быть уничтожено! Лишь тогда мы будем спасены! Это не правосудие! Ты не имеешь никакого права! Что ты о себе возомнил? А вы все бездействуете, потакая преступлению! Будьте вы прокляты! Видите, как зло распространяется и поглощает других! Они хотели вселить в вас страх и сомнения, но я защищу вас! Вот перед вами четверо впавших в грех. Распутница, вор, игрок, еретик. Да свершится над ними правосудие Всевышнего! Какая же прекрасная все-таки атмосфера в этой игре. Вот даже этот разговор слушать в сотый раз интересно. Ну да. Так, сейчас мне нужно будет убежать на 5 минут по-быстрому. Тебе пока несколько вопросов с комментариев сразу задам. Давай. Вот этот Химунг спрашивает, есть ли у нас инфа про джойстик на первую часть для ПК? И лучше бы ты лучников сразу убил. Ладно, ты пока отвечай сейчас. Ну, короче, насчет инфы с джойстиком... Я понятия не имею, я на компьютере играл очень давно и играл тогда на клавиатуре, у меня геймпада не было, так что не знаю. Но я думаю, что он должен поддерживаться, как бы игра же изначально была сделана на консоль, потом уже портирована на компьютер, так что по идее поддержка должна быть, ну, я так думаю. А если нету, то ее можно настроить специальными сторонними программами. Там EXploder или что-то подобное, я не помню. Давно я пользовался. Я понял, что даже в стратегиях как-то настраивал через эту программу геймпад и играл в цивилизацию на геймпаде. Да, нормально получилось. Так что не знаю точно. Попробуй поинтересоваться в интернете или сам попробуй. Насчет лучников. Хороший совет, но только уже поздно. Так. Убейте неверного! Быстро! Давайте атакуйте меня! Ну, попробуем их сейчас убить, пока наш друг вернется и прочтет ваши следующие комментарии. Вопросы, если там есть. Я буду комментировать то, что происходит на экране. По крайней мере, постараюсь. Ой, как красиво я его убил, кстати. О, у нас какой-то баг был. Да уж. PS3 версия очень забагованная. Я помню, когда она только вышла. Тогда тоже говорили много багов.
хватит. Так. Я патчи, кстати, не установил. Хотя, возможно, не установлено. Потому что это же версия, которая сошла с Assassin's Creed 3, так что, возможно, здесь уже полностью обновлен. Черт его знает. Че, остальные решили убежать и оставить своего? Ну тогда давайте его убьем побыстрее. Давай! Это как можно объяснить? Почему я мимо? Ой-ой-ой, у меня плохо со здоровьем. Да-да, нет. Так, возьмем ножи. Ножами его попробуем убить. Есть, готов. Послушаем его монолог. Конец. Нет, я же только начал. Скажи мне, какова была твоя роль в этом? Ты хотел обелить себя, как остальные, и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город. Я хотел власти. Это была такая возможность. Возможность убивать невиновных. Они не были невиновными. Несогласные слова ранят, словно сталь. Они нарушали порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей за то, что они не разделяли твои веры? Конечно, нет. Я убивал их, потому что мог это делать. Знаешь, как это? Ощущать, что судьба другого в твоих руках. Ты видел, как люди приветствовали меня? Как боялись. Я был словно бог. Ты бы поступил точно так же, если бы у тебя была такая власть. Такое могущество. Может быть. Но я знаю, что бывает с теми, кто считает себя превыше остальных. И что же? Здесь. Я покажу тебе. Да уж. Кто-то посчитался богом, как он сам выразился, выше всех. Поэтому он делал то, что делал. Потому что он мог. Вот что делает власть с людьми. К счастью, не со всеми, но... Иногда бывает вот и такое. Делают, потому что у них есть возможность. Плохо это или хорошо, они даже не задумываются. Ах, таких резать надо. Остановите его! Ой. Нет, только не падай. Ой, так, ладно. Он не уйдет! Ну что, ты убил свой цель? Да, я убил уже и монолог. Смотри, там, если кто-нибудь что-нибудь написал пока что. Пока ты отсутствовал. Опа. Я пока что спрячусь от всех. Или убью их лучше. Фимулька передает спасибо, желает удачи стриму. Пошел на платиру и тоже стрим. Да не за что. Пошел покупать Assassin's Creed, да уж. Ну, советовали. Не, ну эта игра хорошая. Ну да. Она отличная, я бы сказал. Вот именно, она стоит своих денег. Чтобы... Что не говорили другие люди. Но мое с твоим мнением совпадает и не только наш. Ну да. И многих других людей. Так, убит. И убит. Все. Но я немножко, как можно заметить, привык лучше к боевой системе. Точнее, вспомнил. Ладно, послушаем разговор. Иерусалиму нужен новый правитель. Я слышал об этом. Надо же. А где же твои поучения? Я же наверняка допустил какую-нибудь грубую ошибку. Ты сделал, что должен был сделать ассасин. То, что ты ожидаешь хвалы за выполнение такого простого задания, беспокоит меня.
Тебя все на свете беспокоит. Можешь поразмышлять об этом, но только по дороге в Масиаф. Здесь тебе нечего больше делать. Перемотка на более поздний участок памяти. Так, ну что ж, сейчас мы выйдем из анимуса в реальный мир и увидим сценку в реальном мире. И исследовать сейчас придется нам немного. Главное ничего не пропустить. Ну да. Берем загрузку пока что. Закончили? Встать? Как скажете, док. Я заканчиваю сессию. Буду здесь. Вы уверены в этом? Да. Нет. Все как в Денвере. Не понимаю, как он... Конечно. Я понял. Ваши дела плохи, мистер Майлз. Что с ним такое? Они идут за тобой. Кто идет за мной? Ассасины. Эй, я тут ни при чем. Похоже, они решили вытащить тебя. Наверное, ты важнее, чем сам думаешь. Черт, это становится все запутаннее и запутаннее. Это было неизбежно. О чем ты? Битва, которую начал твой предок во времена третьего похода, она не закончена. А ты в плену у тамплиеров. Ведик, тамплиер? Ты не мог об этом знать. Они это хорошо скрывают. Но это ответ на твой вопрос. Ведик работает на них, мы все. Абстерго принадлежит им. Я думал, тамплиеры — это такие чуваки в смешных шляпах, которые пьют пиво и обсуждают планы захвата мира с какими-нибудь людьми-ящерами. Нет. Кроме, наверное, планов захвата мира. Послушай, Дезмонд, все очень непросто. Половина того, что мы знаем о тамплиерах, исходит от помешанных психов. А вторая половина — дезинформация самих тамплиеров. Но они плохие, верно? Работая здесь, я поняла, что никаких плохих не бывает. Все относительно. То, чего они хотят, благо. Но как они хотят этого добиться, ужасно. Действительно ужасно. Что они хотят сделать? Люси? Да. Мисс Стилман, нам нужно поговорить. Поднимитесь! Немедленно! Иду, доктор. Извини, Дезмонд, мне нужно идти. Ложись спать. Ответы на все вопросы прямо перед тобой. Нужно лишь знать, как искать. Так. Ассасины идут спасать Дезмонда. Много новой интересной информации узнали. Скажем так. Увидели остроумие Дезмонда. Точнее, услышали. Ну да. По-моему, сейчас ты можешь сесть за его компьютер. Дезмонд, у меня будут неприятности, если я не... Только для этого нужно сначала покопаться в анимусе. Пока ты не в своей комнате. Сейчас я должен пойти в свою комнату, иначе у нее будет неприятность. Сейчас попробую с ней. Я попробую подойти к ней. Может, смогу. Хотел на руку посмотреть. Что-то не могу. Дезмонд, у меня будут неприятности, если я не приду. А уйти я не могу, пока ты не в своей комнате. Да-да-да, все, я в своей комнате. Да вроде у нее все пальцы на месте. Ну, вроде бы да. Странно. Дойдем до того момента, узнаем лучше. Так, вот тут Кейт спрашивает, на чью руку? Ну, давай объясним, мы как бы немножко... Поспорили, отрублен ли палец у Люси или нет? Нет! Нет! Я не хотел лечь спать! Ладно. По-любому там ничего интересного. Мне не хватало вас утром, док. В анимус, пожалуйста. Ну почему, можно было покопаться в компьютере Витика, если я не ошибаюсь. Ну да. Теперь уже мы не покопаемся. Я поговорю с Видиком. Кейт пишет, что не страшно, Баки. Вот как. По-ассасински. А этого я не помню. Я тоже.
Лагает? Да не, не лагает. Хватит играть со мной, мистер Майлз. Все. Ложитесь. Нет, все-таки залезем в его компьютер. Вот этот поворот. Я часа случайно подошел. Проверь, кстати, у нее палец. Ай. Сейчас. Мы готовы начать. Выберите участок памяти для загрузки. Сейчас я выберу. Да не, у нее все пальцы вроде. Реально. Не мне знаю, нужно, чтобы вы что-то там не то, по-любому. Это, может, это искусственный палец. Все возможно в этом мире. Как же круто заходит в анимус. Так, ну что ж, продолжим. Следующие две цели. Подготовка, ключ к успеху. Очищайте зону от лучников и стражников, прежде чем атаковать цель убийства. Да, спасибо за совет. Анимус. Так, и у нас разговор. Хорошо ли ты отдохнул? Готов к оставшимся заданиям? Готов. Но у меня есть несколько вопросов. Задавай их. Я отвечу. Король-купец Дамаска убил знать, правящую городом. Маждаддин в Иерусалиме страхом заставлял подчиняться себе. Вильям собирался убить Ричарда и захватить Акру своими силами. Все эти люди должны были помогать своим вождям, а вместо этого предали их. Я не понимаю, почему? Разве ответ не очевиден? Тамплиерам нужна власть. Каждый из тех, кого ты упомянул, хотел захватить город и передать тамплиерам. Тогда бы они получили власть над Святой Землей, а со временем и над другими странами. Но им не добиться успеха. Почему? Для их планов необходимы сокровища тамплиеров, частицы Эдема. Но она в наших руках, а без нее они бессильны. Что за сокровище? Это искушение. Это лишь кусочек серебра. Взгляни. Что я должен увидеть? Этот кусочек серебра изгнал Адама и Еву из рая, превратил посохи в змей, разделил воды Красного моря. Ириния начала этим кусочком Троянскую войну, а один плотник превратил воду в вино. Он выглядит довольно скромно для такой вещи. Как он работает? Тот, кто владеет им, властвует над сердцами и умами всякого, кто на него посмотрит. Вкусит его, как они говорят. Люди Гарнье? Были подопытными. Травы использовались для симуляции эффекта. Талал снабжал их. Тамир снаряжал. Они к чему-то готовились. Но к чему? К войне. А остальные? Правители городов. Они хотели собрать народ и сделать из него людей, подобных тем, что были у Гарнье. Идеальных граждан. Идеальных воинов. Идеальный мир. Робер де Сабле не должен получить его. Пока есть тамплиеры, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый — это Сибрант из Акра. Второй — Джубаир из Дамаска. Начальники бюро введут тебя в курс дела. Как скажете. Не теряй времени. Роберт де Сабле без сомнений в ярости от наших успехов. Его люди будут из кожи вон лезть, чтобы тебя найти. Они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя. Им не найти того, кто растворится в толпе. Вот. Это мой подарок. В благодарность за отличную работу. Окей. Наш ранг повышен. Получили новый меч. Покруче. И пора еще... Так, Акра или Дамаск? Вот в чем вопрос. Ну давай пока идем, может кто-нибудь напишет, куда едем. Да. Блин. Почему он несется, как угорел? Куда он пошел? Так что, ждем ваших предложений. Куда пойти дальше? Ну, вот тут Кит пишет про цели. То, что
Ничего они не знают, то, что придет за ними человек в белом капюшоне, иначе бы они всех монахов там убили. Хотя вот пишет то, что Сибрант все-таки пытался это сделать. Ну да. И пишет в Дамаск. Дамаск. Ну, Дамаск так Дамаск. Пойдем туда. Нам еще немного, если честно, оставили. Ну да. Они, кстати, довольно интересную идею взяли, то, что тут яблоко и демо. Да-да, вот это вообще мне так понравилось. Потом ее во второй части развили, вообще аски круто. Да, прикольная идея. Особенно, когда собираешь эти куски, там открываешь истину. Они же говорили еще, когда четвертую еще сделали, то, что они берут отрезок времени, и все, что не объяснено истории, они делают да. под себя. Довольно прикольно. Что Нет, это довольно интересно и, блин, иногда думаешь, а кто знает, все возможно. Ты меня чуть не убил. Ну да. Понятно, лишь игра, но да. в каждой игре есть доля правды. Ну да. Да. Вот Кейт пишет истину из второй части, да? Ну, не совсем мы говорим, именно про суть. Вот это яблоко и так далее. Даже картины, которые были во второй части. Да. При разгадке истины. Угу. Не, ну мне еще понравился этот ролик насчет Адама и Евы. Из-за какого да. именно яблока они были. Точнее, сначала она была изгнана, но вместе с ним. Ну да. Достаточно интересно, как бы. Так, Дамас нам говорили? Да. Прикольно они сделали, прикольно. Метательные ножи поражают. И насчет этих предтеч. Вот, наверное, поэтому мне Halo 4 еще понравился. Там тоже первая раса появилась, предтечи и все дела. Я до этого смотрел какие-то там аниме по мотивам есть. И там есть двухсерийное аниме, которое рассказывает про вот именно предтечи и все это. И было достаточно интересно смотреть это. Хотя сама игра всегда мне в уныние. Болеет? Да. Ты, у тебя интернет пропадал. Все, что ты говорил, я не слышал, и стрим завис на это время. Ага, сейчас сек. У меня что-то появилось в скайпе. И ты лагаешь очень сильно. Ну, ролик лагал. Короче, Metal Gear не будет. Влад заболел, у него температура аж 38. Так что сегодня пройдем Ассасина. Так что надо будет позже сделаем маленький перерыв, чтобы я тему изменил название. К сожалению. Так что Ассасина сегодня заканчиваем. Все-таки. Нет, я говорил то, что Halo 4 мне понравился, потому что, наверное, только потому что там рассказывается про первую расу, предтечи, и все это загадка. Плюс до этого смотрел аниме, которое сделано, так сказать, на основу. Они вообще как бы входят в часть истории вселенной. И там была двухсерийная анимешка, которая рассказывает о предтечах. О их вообще, как они исчезли, как почему и как остались люди обратно, как бы. Откуда взялись другие расы, люди. Ну, короче, все очень хорошо и интересно объяснено. И как раз я это смотрел до выхода четвертой части Halo, и потом бросился в нее прям. Мне вообще так нравилось. И что-то сейчас нравится, и хочется даже перепройти. Вот что не скажешь о предыдущих частях, вот третья, вторая, первая, Рич, я в них засыпал тупо. Как бы история вроде бы интересная, но не знаю. Так, Хэлл, это не только история, там геймплей был очень интересный. Да, но мне геймплей тактический. Для меня был унылый, и я засыпал. Не скажешь, такая же тактика. Ну там столько вариативности прохождения было. Да, но по-разному, знаешь, я увидел, что я могу тупо проходить так, идти вперед и все. Зачем мне мучиться? Странный ты, Скорим для тебя скучный, Хейло для тебя скучный. Так, Хейло до четвертой части. Вот четвертой части я прокникся. Потом пробовал перепройти Рич и все равно я там засыпал что-то. Не знаю. Ты снова лагаешь. Ну, стрим лагает. Сейчас посмотрим. Да нет, вроде не лагает. И Кейс спрашивает, зачем Твич прикрыли? Да, мы его не прикрыли. Он сам yep. прикрылся, походу. Не, иногда бывает, что рестрим не работает. Но редко, странно.
Может, он вернется сейчас? Когда падает интернет, там стрим он отрубается на Твиче, потом возвращается. Ой, господи. Еще 9 человек наберу, и скоро будем на YouTube стримить. Там вообще будет прекрасно. Только задержка ужасная. Кроме человека, который будет со мной вести. Ну, еще комментарии будут с большой задержкой. Ну, окей, но все равно. Но зато все будет. Это уже не такая же большая проблема. Ну, да. Так, ладно, пойдем в эту часть города и будем искать информацию. Так вот, Кит пишет то, что кибер лагает неимоверно, а на Твиче было все нормально. Возможно. Бывает странная вот эта вещь, что у некоторых лагает сайбер. Но на сайбере единственное, что я могу тебе посоветовать, поменять сервер, а Твич сейчас заработает через пару минут. Он вернется, да. Просто надо немножко его пообновлять. Так вот, Лорд Майн спрашивает, ты что, аниме смотришь? Я? Да. Они достаточно интересны. Особенно вот, которые сделаны по играм. Я их, ну, по любимым играм я их никогда не пропускаю. Потому что расширенная вселенная, больше узнаешь. Какая разница, аниме, не аниме, в чем? В чем проблема вообще? Главное, тут интересно. Писал про нашу следующую цель, Джубаир, потому что она намучилась с ним первый раз. Его найти очень сложно, а потом еще нужно догнать до Сторожевой башни. Так что тебе нужно будет постараться. Тебе конец! Ах ты ж сволочь! Умри, неверный! Прекрасно. Меня скинули. Что-то у меня задержка большая. На весь сервер. Это после падения. Да я понял. Ну, Мимсик спрашивает, а игру Blast Blue любишь? Аниме уходит. Игру Blast Blue люблю, обожаю. Даже купил Хрону Фантазму, японскую версию. Играю и очень доволен. Аниме тоже смотрю и тоже мне нравится. Ну, как бы сюжет тот же, что и в игре. Просто подается более скомканно, скажем так. Как бы меньше деталей, чем в самой игре. Но это не проблема. Вот сейчас Хрону Фантазму прохожу и... Там сюжет, конечно, просто прекрасно развили. Там такое происходит, так интересно, так все интригует. Не знаю, в анимешку они запихнут сюжет и Хроны Фантазмы, или останется на потом. Посмотрим. Лорд Майн пишет, странно, что у тебя на стриме нету пони-фагов. Потому что я не люблю пони. Причем тут пони? Что общего между пони и аниме? Пони это вообще мультик. Аниме это аниме. Это две разные вещи. Ну, для некоторых это одно и то же. Как мы все знаем. Так, ну тут Кейт пишет, что у нее лагает ужасно. И Твич не работает до сих пор. Попробуй еще обновить Твич. Он должен заработать. Попробуй закрыть его и открыть, хотя я думаю, ты уже это делала. Тут Мимчик еще спрашивает, а Guilty Gears любишь? Никогда не играл, но новая часть мне понравилась. Я посмотрел недавно геймплейный ролик и приобщусь к нею, когда она выйдет. Возьму на PS4. Лорд Майн пишет, что панифаги вроде считают, что они относятся к аниме. А? Нет, пони нет, пони нет, они аниме. Во-первых, ее делает Америкос, во-вторых, это мультик. Лорд Майн, откуда ты знаешь, что панифаги относятся к себе к аниме? Это уже другой вопрос. Он понял, что должен сделать. Понял, что узнав правду, он должен нести ее людям. И как этот путь открылся ему, так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле.
Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Я вспомнил этого чувака, который сжигает все, и потом надо его убить. Да уж, с ним придется повозиться. И, кстати, насчет пони. Я когда из выставки приходил домой в поезде, я видел чувака, который играл на андроиде в игру там про пони. Сначала была какая-то ритм-игра, там нажимание на кнопку а-ля Project Diva или Guitar Hero, кому-то будет это более знакомо. После чего он типа выполнил какую-то миссию, и эта игра превращалась в какую-то веселую ферму. Я так странно посмотрел на счет. Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне! Мой товар лучше! Не знаю, может кто-то еще знает эту игру, но я впервые увидел ее и... удивился, что взрослый человек, которому лет 30, играет в это. Флотмен пишет, да, отвечает на вопрос, потому что он с ними воюет. С Понифаги. И Мимсик пишет, что в новой части как-то изменили персонажей. Про Guilty Gear. Ну, я видел там изменения прекрасные. Ну, лично мне понравились. Я не играл, но мне нравится. Гораз передает нам свежую новость. То, что 500 тысяч в GTA дали. А мне все равно. Чтобы построить дорогу, и он пишет то, что игры про пони, в принципе, но... Я не играл, но странно выглядело. Слова на этих пергаментах что-нибудь пригодят. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. Ты фанатик. Очень опасный. Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. А стоило бы. Так, ну все. Убили этого чувака, фанатика, как Альтаир его назвал. Ну, кстати, здорово и Гаресту. Да. Лордмен пишет, что он из-за ритма игры знает только Guitar Hero и Осу. И что? И Осу. Ну не знаю, правильно читается. Остановите его, пока не поздно! Давайте бежать, тебе некуда! Неверный! Ну, короче, ритм игра. Музыкальная и ритмическая игра. Я вот Роксмит думаю все-таки купить его, походу. Надо бы взять его вместе с гитарой. Потому что достаточно интересно выглядит и, блин, можно научиться на гитаре играть. Альтаир, друг, я смотрю, что? Тебя тут многие ищут, как и меня. Научиться на гитаре играть. Тоже назначена награда. А мне нужно успеть отправить семью обратно. Это реально так. Я ты пробовал на выс. Мое последнее поручение в обменный я не смог ничего и сыграть, конечно, но... Поспеши, но мне понравилось. Друг. Так, мне нужно убить 6 целей. Умри сюда! За 5 минут. Эй, вы что? Прекрасно. Увидели трупы и... Вот так хватит его атаковывать. Альтаир, друг, я смотрю, тебя тут многие ищут. Да-да-да, отставь меня, не хочу я тебя слушать больше. Назначена награда, а мне нужно успеть отправить семью обратно в Масаи. Ты можешь выполнить мое последнее поручение в обмен на информацию, а? Хорошо, что вот эти миссии на время убрали в следующих частях. Это, наверное, самый большой гемор. Смерть неверному! Вы что, издеваетесь надо мной? Снова? Но красиво, зато можно их убить. Ой, господи, надеюсь, сейчас
Нет, я не смогу. Снова пришли. Ну тогда я уйду из этой локации и вернусь потом позже. Альтаир, друг, я смотрю, тебя тут многие ищут, как и меня. Притворюсь монахом и уйду потихо. А мне нужно успеть отправить семью обратно в Масаи. Ты можешь выполнить мое последнее поручение? Да, все, оставь меня тоже. Надо убить кое-кого в квартале Джубаира. Мне все равно. Хватит мне говорить одно и то же. Фу, наконец-то я ушел. Все, пойдем первого убьем. Делайте же что-нибудь. Они наверху. Вообще прекрасно. Нет, они не наверху. Вон. Зачем он это делает? Ай, у меня одна минута уже ушла, я еще не убил первую цель. Не используй ножи. Метательные. Да нет. Этого я убью сейчас по-тихому. Да тупой! Вот. Да хватит меня бить! Ненавижу их. Вы как же они меня бесили в первую часть. Просто все время. Я их убивать начал под конец. Да. Оставь меня, что я сделал. Вот прикол в том, что они только на меня бросаются. Если бы они бросались на всех, то я бы... Конечно, я плохо его убил прямо на площади, но зато меня никто не заметил. Так, вот он. Ну, долго он еще будет сидеть. Здесь тупо пялится. Кит пишет, что наркоманы что-то знают, потому и кидаются на тебя. Да, возможно. Они чувствуют ассасинов. Ой, господи, только не эти нищие снова. Так, там еще двое, где они? Что я могу найти? Вроде бы иду правильно, но... Здравствуйте. С двумя психами. Тебя зажали? Да. Что у меня время тикает? Кейс спрашивает, что было, кроме допроса информатора? Ничего. Ну и задание. Пока вот только вот это задание по убийству. Да. Еще одно потом. Лорд Майн пишет, они же обкурились, и монахи в белом могут их вылечить. Ну, наркоман. Поэтому просит тебя о помощи, а ты... Да. Скажите вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Так, еще один наверху. Почему он не может прыгнуть? Ну, а как себе представляешь этот прыжок? В Ассасин второй он может. Блин, Ассасин второй. Он там все может. Я видела все, что можно. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйтесь, господин. У вас такой... Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищенки. Давай. Готов. У меня еще одна минута, чтобы вернуться к нему. Всего пару монеток. Пожалуйста, господин. Больше так не делай, понятно? Я так рад твоему возвращению. Я не знаю, как, но я успел. Мне уже пора идти к себе, но... Три шестерки. Я нашел в смысле? Карту, на которой... У тебя там три шестерки в конце было. Почуть. Вообще прекрасно. Осторожен, и да хранит нас будущее. Я передам своей семье привет от тебя. Да-да, передавай привет своей семье, там бабушке, дедушке, кому...
Кто? Мюсик пишет, что Эдсо всемогущ. Да. Вот это он правильно подметил. Так, еще одна и все. Я хочу есть, я так голодна. Тут Кит пишет, как она определяла нейтральных ораторов и тех, которых нужно допросить. Так что нейтрально говорят о Ричарде и Салахаддине, а твои про твои жертвы. Точнее, ораторы, которых тебе нужно допросить, про твои жертвы. И Твич все равно офлайн. Не работает. Будьте сильными, ну, Кибер пока хватает. Как Салахаддин, и сражай... ну, ой, я сейчас не могу ничего сделать, попробую на перерыве. Рестрим сделать. Просто я не хочу сейчас запись на две части разделить. Лорд Майн пишет, что ты еще не видел дерущихся трупов. Его это неплохо так повеселило. Дерущиеся трупы? Да, он меня сейчас заинтриговал. Мне тоже. А как увидеть дерущихся трупов? Да, поведай нам, Лорд Майн. Да, мы попробуем... попробуем посмотреть на них. Ай! Не упаду. Я держусь пока что. Героически. Ну уже давай. Фух. Блин, высоко. А какая красота. Какие там горы вдалеке. На это можно реально фапать. Скажем так. Ну, только не в прямом эфире. Ну, я говорю морально. Ну да, ну да. Этим мы сейчас и занимаемся. Я стою перед вами. Вот, там можно подслушивать или побить человека. Ну, давай подслушиваем, это будет побыстрее. Ага. Да. Лорд Майн пишет, что они лагают, когда умирают иногда. А еще живые могут танцевать в стенке. А, ну на PS3 они еще могут заниматься любовью с этой... с пола. Ну, вроде видно уже такой баг, да? По-моему, да. Да нет, вот именно которые занимаются вот тем самым с полом, они именно надо их убивать на крыше. По-моему, ножами или чем-то еще. Да, развязал войну. Тебе еще прибывают враги. Да ладно, сейчас всех побьем. Давай. Слишком много, долго они сидят и ничего не делают. Ох, как красиво он его убил. Клонить. Давай. Давайте. Есть. Все же такой дурацкий заход за дубки. Ну и вас. Но зато, когда учишься его отразить, то круто. Кит спрашивает, умеешь ли ты различать значки на мини-карте. Ну даже если бы не умел, я бы подсказал. А так умею. Да. Я вроде бы не слепой. Пошел. Пошлите за подмогой! О, господи, еще один пришел. Еще трое пришли. А ты напишешь, что ты перепутал допрос стражи. Ну да, это у тебя бывает. Да нет, не перепутал. Ну, иногда бывает. А, насчет этого. Нет, это... А что, это разве допрос? Нет, это не допрос, это подслушание. Ну, это подслушание, а снизу кража. А при чем тут кража?
Насчет путаницы значков. А я что там сказал? Побить? Походу. А, ну эти значки, да. Так, сяду на скамейку и послушаю. Я хочу увидеть его. Услышать его голос. Это можно устроить. Но тут нужна осторожность. Есть те, кто противится просветлению. Они могут напасть. Они невежественные и трусливые. В твоих словах искренность, но могу ли я тебе доверять? Сам этот вопрос ранит меня. Ну хорошо. Мы каждый день собираемся в медресе. Он говорит с нами, а затем ведет в город, чтобы мы очищали его. Я могу стать одним из вас? Пойми, мы избрали непростой путь. Мы жертвуем всем ради нашего дела. Я понимаю. В таком случае приходи на нашу встречу. Посмотрим, насколько ты силен. Окей. Подслушаем. Все. Пора в бюро. Бедняга. Следующую цель убивать. Кто-то там... Кейт пишет, ты серьезно хочешь свалить, просто сделав маскировку посреди улицы с трупами, где нет монахов? Да. Ну это же первый ассасин. Да, здесь все возможно. Здесь невозможно, а возможно. Задумал недоброе. Здесь найдешь все, что тебе нужно. Нет, я не задумал недоброе. Что он делает? Знаешь, какая все-таки прекрасная забагованная игра. Нравится? Ты здесь? Да. Кто мне показал, что интернет упал. Слава богу, что-то не так. Она ждет тебя, так, там подходи, кто-то подходи. Просит от помощи, но мне сейчас не до нее. Кит пишет, толпа что-то просекла. Им наркоманы рассказали, они заодно. Да, наверное. Наркоманы, наверное. Наверное, им предложили дозу, и они стали доносчиками. За дозу. Че, хорошая? Хорошая сделка. Так, Мимсик пишется, что... Ну, оказалось то, что это девушка. Ну, я думаю, это так было понятно. И пишет, что на СК вроде девушек не любит, но мы всегда рады. Нет, мы очень любим девушек. Он со мной даже стримили две девушки. Одна ушла, к сожалению. У второй сейчас проблемы, и остались без девушек. Гора спрашивает, отрезал бы ты палец ради скрытого клинка? Да. Я даже не задумался, как вы заметили. Конечно же, да. Но, к сожалению, у вас... Да это... и где бы ты его использовал, скажи мне? Вот ты отрезал бы себе палец и не использовал клинок? Нет, ну если мне предложили взять клинок и отрезать себе палец, то, возможно, есть из-за чего. О, герой Дамаска. Заходи и поболтаем. Расскажешь о своих приключениях. Боюсь, у меня нет на это времени. Понимаю. Теперь я тебе не чита. Все не так. Ну, конечно же, нет. Так чем я могу тебе помочь? Мне приказано отнять жизнь у человека по имени Джубаир. Старший ученый Салахаддина? Да. Он привлек на свою сторону всех городских ученых. Они задумали ужасное преступление. Какое? Собрать все знания города, все письменные труды. Для чего? И уничтожить. И где это будет сделано? Они перемещаются по городу. Но у них назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Там я найду Джубаира. Отличная работа, как и всегда, Альтаир. Ты сможешь остановить его, прежде чем он нанесет удар. С твоего разрешения, Рафик? Ну, конечно, ты можешь начинать, когда сочтешь нужным. Неси славу братству. Окей, все, пошли. Знаешь, я пока слушал его, я задумался, а почему девушек не любит НСК? Я не знаю. Я тоже. Ну, хотя тут Лорд Майн уже пошутил про кухню немножко, ну ладно. В смысле? То, что они должны на кухне? Он удивился, почему девушки НСК обычно на кухне, а не в часике НСК. Да не обязательно, чтобы девушка была на кухне. Знаешь, они могут быть и там, и там. Они могут быть на кухне на СК.
Он Гарас пишет, что он бы скрытым клинком своим резал бы хлеб. Ага. Ну, тоже можно. Блин, вот, наверное, должен был я купить скрытый клинок. На выставке предлагали. Причем настоящий. Ну, не зря отказался, очень зря. Да, я посмотрел такой. А мне нужно. Я себе фигурок купил. С Мику. Если кто-то знает, кто это. Мьюсик пишет, что типа тян не нужны и все такое. Нужны. Очень нужны Друг мой, не нужно этого делать. Так, окей. Суровый задрот, титан одиночества. С благой целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет нас, спасая от тьмы невежества. Нет, эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум. И пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет, вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Это опасно! Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Вот я согласен ты с этим чуваком. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да, конечно. Раздели же их судьбу! Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Хорошо. Ваша задача проста. Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их сберет. Все они будут уничтожены. Окей. Слушай, а вот с этим чуваком, когда я впервые его встретил, он реально заставил меня задуматься насчет правдивости книги и все в этом духе. Отчасти он прав. И где-то я даже согласен с ним, но есть пару нюансов только. Скажем вот так. Ну, история должна передаваться, и книги успешно передают. Да, передать. Но, знаешь, та же история. Откуда ты же знаешь, что там написано правда? Ну, хоть какая-то история. Что вообще история нужна для того, чтобы не повторять ошибок прошлого. Да, но кто тебе сказал, что там правдивая история? Возможно, там другое было сделано на самом деле, а написали другое. Освободите себя от лжи и порчи прошлого! Никто не гарантирует. Ну, говорят же, историю пишут победители. Вот именно. Выносите все свои книги и рукописи. Историю пишут победители. В кучу передо мной. А победитель может написать много. Записи, грех. Узрите правду в моих словах. Освободите. Что-то ты никак не можешь спрыгнуть сверху. Да не получается вот его убить так сверху красиво. Придется убить по-старому. Кит пишет, что это не Джубаир, проходи мимо, но ты уже спрыгнул. Да, по-моему, я как понял, надо всех убить. Нет, один из них. А, одного? Я всю жизнь думал, что надо всех убить. По-моему, один из них, не уверен, но, по-моему, да. Да вы даете, ну нифига. Я сегодня уже узнал кое-что новое об Assassin's Creed. Прекрасно. Спустя сколько лет? 2008. Да уж, спустя много лет. Плохо у меня с математикой. Так. You are here? Да. Тогда мне не обязательно его убивать. Ну, тебе нужно
Что? Она пишет, что Кит пишет, что его можно узнать по голосу и одежде. Это я знаю, но его нужно убить и остальных или не нужно убить остальных? Нужно убить только Джуайра. Прекрасно. Это тоже не он. Вам кажется, что книги безопасны, но это просто уловка. Слова толкают. Прекрасно. Спасибо. Узнал что-то новое для себя. На защиту нашей великой цивилизации. Что она пишет, вот он, и ты где-то его пропустил уже, походу. Нет. Стой! Если он... Ну, не знаю. Ищи. Это вроде бы не он. Да. Сейчас посмотрю еще раз. Вам кажется, что книги безопасны. Это? Но это просто уловка. Слова толкают вас на зло. Не знаю, что эта девушка пройдет, может быть, напишет. Это не он. Наша страна подвязла в жестокость. Как можете. Вроде бы это не он. Славный день, мелкий король. Ничего себе. И его армия неверных. Застрял в дереве. Кит пишет, что его увидеть надо, тогда точно будет ясно. Вот именно. Ну, то, что я видел, это не был он. Он немножко по-другому одет. Это тоже не он. Много. Зря только нож бросил. Снова же. Все, попал. Есть. Что, и это не он? Да убивай всех, короче, ладно. По-моему, вот это он. Я не вижу. Мы вместе очистим наш город от яда прошлого. Погоня за мной. Вот мэн пишет. Нашелся. В первой части тема фисик не раскрыта, по его мнению. Но я скажу то, что там всего лишь один женский персонаж, и то в полной броне, и как бы, конечно, она не раскрыта. И при чем вообще здесь сиськи? Не знаю. Посмотрим, как ты справишься с этим. Да, он бежит от меня, как бежит от истины. Это игре, это не об этом игра. Ой, господи, меня сбили с ног. Я вот никогда не знал, как сделать я так. Я все время прыгал на одного из них и убивал. Да, но чтобы обойти как-нибудь их. И во второй части не получалось никак. Если это вообще. Второй части у меня уже получалось вроде. Я не помню, как там, помню. Нужно бежать на пролом и прям в него толкать. Да я пробовал, вроде. Давай! Ты не прервешь мою работу! А, прекрасно. Теперь я сражаюсь против армии. Сейчас я его убил, а так что-то ничего не происходило. Кейт пишет, как будто люди берут игру, чтобы посмотреть на все эти причиндалы. Но она взяла игру, потому что она крутая. Ну, да. Тебе это как бы, я думаю, не так важно. Ну да. Не, ну есть игры, которые сделаны ради этого. Например, ту, которую мы стримили вчера. После Ассасина. Эта игра сделана вот именно ради этого. Потому что в ней смысла нету вообще другого. Порубить зомби, что? Есть, готов. Послушаем его монолог. Почему? Почему ты это сделал? У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если на твой взгляд они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав. И поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее, ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. То, как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах-ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва.
Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Вот так вот. Что тут еще можно сказать? Ничего. Ты здесь? You are here? Да, я здесь. Чего? Здесь я тебе. Ты тихий. Вот ты отошел от микрофона, что ли? Так нормально? Ну, сейчас норм. Так, сейчас нам надо скрыться. Или убить их всех. Он устает! Хватайте его! Ну, короче, убьем их. Все. Убить! Не молчи! Нет, настораживает. Ну, хорошо, хорошо. И... Что? Мимсик пишет, что самым красивым по ее мнению была Кристина Веспуччи. Жалко ее. Кристина Веспуччи... Это девушка Эдсо из второй части. Начет. А, та, что в начале-то? И, кстати, во второй и третьей части эта тема более-менее была раскрыта. Но я бы не сказал, мне еще Лукреция понравилась. Она такая сволочь. Но мне так нравятся такие сволочи. Это уже... Да, там прикольно. Она еще, по-моему, пыталась несколько раз соблазнить отца. Ну да. Не, ну, прямо такая стерва. Так хотелось ее убить. Ну и где там солдат, который остался? Или не остался? Тебе нужно отбежать и вернуться, иначе не откроют. Я знаю, но вроде бы там еще один голос был слышен. Если я бы убил всех, у меня тупо все исчезло. Ну, короче, я уже ушел. Кстати, когда будем близиться к 8 часам, ты мне скажешь. Полчаса осталось. Угу. Не, просто я должен на СГ тему изменить название. Перерыв хочешь сделать небольшой? Ну, сделаем Окей. маленький перерыв. Заодно. 2 часа. Альтаир, скажи, мне ждал ли тебя успех? Да. Послушай. Пламя Джубаира потушено. Он мертв. Отличная новость, я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. И они жгли не только книги, они предавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь зло. Сегодня ты сделал благое дело. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума. И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, иди к Аль-Муалиму и поведай ему о благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Все, пока, Рафик, это последний раз, когда мы с тобой видимся. Наверное. Ну да. Воу, задний фон у тебя. Какой? Что ты там сделал? Я чуть не обосрался. Перед экраном. Кирпичей не наложил. Ну, бывает. Если вы отразили мощную атаку, да уж. Да не, просто слишком громко сегодня сейчас было и внезапно. Насчет внезапности сам... это окей. И, извиняюсь перед зрителями. Да, у нашего друга, к сожалению, немножко проблем с микрофоном, так что. Да, прости мы. И послушаем снова. Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус. У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились.
Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Мы уже близко. Между нами и последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры – враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Я сделаю это. Мира и покоя тебе, Альтаир. Достаточно интересный философский разговор сейчас был. И он тоже заставляет задуматься. Ну, как можно заметить, здесь практически каждый диалог заставляет немножко задуматься. Алло. Да. Ну, я даже не знаю, что добавить. Вот именно, что здесь нечего добавить. Здесь куда просто пошел? Надо размышлять. Как бы самим подкопаться в себе. Подумать над всем этим. Здесь вот хорошую тему поднял насчет иллюзии этого мира. Все принимают ее, некоторые преодоляют ее. Это нас и отличает от животных. Ну да. Да уж. Ну, тем временем у нас остался последний. Знаешь, вот я сейчас подумал, блин, вот кто придумал эти диалоги? Не прекрасно. По-моему, первую часть продюсировала какая-то женщина. Еще было, если честно. И она, походу, переписала сценарий. Джи, как ее там звали? Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Да не помню. Ну, видно, что тот сценарист, так скажем, кто писал диалоги, у него интересные размышления. Ну, в общем, прекрасный сценарист. Во второй части диалоги уже не такие сильные. Ну да, там больше уже пошло в Голливуд, так сказать. Там не, как бы не дают, так сказать, не дают столько пищи для ума, для размышления. Ну да, мне кажется, зря. Да, к сожалению, она растеряла это. Ну, как бы, сначала это даже не замечаешь, а вот когда перепроходишь первую часть, после второй, и немножко раздумываешься, то приходишь к тому, что, блин, реально вот что не хватает во второй части. Ну да. Да. И это, конечно, грустно, но что ты поделаешь. Как есть. Так и есть. Лучше, чем ничего. Лотман пишет, диалоги писал философ, видно же. Да уж, понял шутки. Так, ну что ж, у нас Акра и... Сейчас чувак в парту будет. Даже малейшая оплошность привлечет его внимание. Вот с ним я, по-моему, испытал какие-то проблемы давно, в первый раз. Сейчас, я думаю, не испытаем больших проблем.
Еще Лорд Майн пишет, что со второй части Ассасин пошел в GTA. Ну, в песочницу, проще говоря. Развлеки себя сам. Да, но не сказать, что там уж так много способов для этого, для развлеки себя сам. Ну, в четвертой части их дохрена. Ну, в четвертой части, да. Четвертая часть — это уже совсем другая история. Ой, почему меня все хотят убить? Что я сделал? Ну, тебе же говорили, что тебя будут ждать. Ну, вижу, что меня ждали. Ну ладно. Ты умрёшь, Агаси! Так, поставлю ярлык, куда мне нужно. Точнее, фу, ярлык. Ну, я и сказал. Метку. И пойду. Так, собрать информацию. И потом убить. Да. Все. Вроде бы убежать. Убить? Есть. Уйду. А там был еще один. Что, опять драка? Это добром не кончится. Опять драка? Какая драка? Где драка? Кто-то видит драку, ей нет. Интересно, какая большая армия за мной должна быть? Догоните его! Куча и вагон людей. Это больно. Перестань. Йоу. Да-да. Я тут писал просто. Выключал микрофон, чтобы не было слышно клавиатуру. Да я просто, ты что-то подозрительно молчишь, и это меня стараешь. Ты делаешь мне больно. Вот. Господи, ну блин, отстаньте уже от меня. Прыгай в какую-нибудь, не знаю. Да не могу, у меня красная. О, наконец-то. Ай! Только убежал, меня сразу заметил. Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью. Ну, ты о чем? Стелс? Не, не слышал. Да уж. Ну, зато я забрался на башню синхронизации. Ну да. Сейчас синхронизируюсь. Надеюсь, никто не кинет камень в меня, чтобы я упал. И убился. И прекрасно, я даже спрятался от них. Ой, я не туда синхронизировался. Ну ладно. Не в той части города. Мне просто был близко. Поэтому ничего я не нашел. Все. Ну, зато я убежал от них. Теперь все более спокойно. Идем обратно на крышу. Лорд Майн пишет: большая армия бежит в стену и не может додуматься обойти здание. Ну... Это же Assassin's Creed. Да. Это Assassin's Creed. Я хочу есть. Я так голодна. Подайте. Тебе нельзя тут. Кейт пишет: и покажешь ли ты в Иерусалиме мечеть, которая Алякса, на следующем стриме? Ну, мы... Думаю, сегодня закончим. Да, мы думаем, есть сегодня процесс. Закончим. И какую мечеть? Алякса. Это что? Ну, побегаешь, найдешь. Окей. А что у нее такое? Ну, она типа из реального города всегда. А? Ну, если увижу, почему бы и нет. Это точка обзора. Если что. Ну, возможно, на ней побудем для синхронизации, ну и зато поглазеем. Покинь это место. Умрите оба. Ножи — это просто прекрасная вещь. Я, наверное, дальше, во второй части, я их уже не использовал, как в первой части. Здесь? Да-да, тут. Что там снова тебя отвлекает? Ну, тут просто в чате. А-а-а. Большое общение. И как бы не в тему, поэтому. Да ладно, прочти, по-любому нечем заняться. О чем хотя бы общение, мне тоже интересно. Ну, о теме сисек в разных играх.
Вообще спор идет. Не спор, а про God of War и Bayonetta. Ну, прекрасная игра, конечно, Bayonetta 2. Как я ее хочу, быстрее бы она вышла. Бабло уже приготовил. Для консоли. Да уж. Не, ну все-таки новая прическа Bayonetta вообще прекрасно смотрится. И у Жанин тоже. Они поменялись местами, но смотрятся по-другому и круче. Эх, прекрасная игра. Присоединиться к ордену и вступить во флот. Ну, я ни в одну сессию не играл, так не хочется. Сочувствую, поиграй. Капитанам подойти к представителю ордена. Только не на пестре. Чё ты? Пестре версия ужасна. Ну, у меня на пестре есть. GTA есть. God of War. Зачем мне Bayonet? Это один из лучших слэшеров. Наряду с... У меня есть God of War. Не, ну God of War это уже другое. И там, да, тема сисек раскрыта очень хорошо. Ну да, об этом... Особенно в третьем. Да и в Essential. И во второй, если знать, куда, где искать. Отстань от меня! Там с русалками, по-моему, или с кем. Я не помню, как их назвать. Да, с русалками можно потусить. Интересно. Что с God of War, кстати? Выйдет что-нибудь новое или его оставят на пару лет? Ну, вообще, ты знаешь, чем закончился God of War? Да я знаю, чем он закончился. Но ну, просто как слухи... ты думаешь, может быть продолжение God of War? Да нет, как бы слухи уже пошли. В сеть утекли там кадры нового God of War Revelation. Ну, блин, опять какой-нибудь приквел. Или, может, в этой же вселенной могут что-нибудь сделать. Да не, Revelation, например, возможно, там что-нибудь ну, другое. Ну, как бы продолжение, ну, какое продолжение? Там же точка жирная, красным. Да не, перезапуск. А, ну, перезапуск. Ну, там точка жирная, не сказать, что она такая же жирная, там намек в конце есть, по-любому. Ну, блин, он убивает себя какой-то... Да, а но потом он встает и... Ну, этого я не видел уже. Я прыгает. Так и не прошел третью часть, так что... Ну, ты не видел, а я видел, после титров. Да я все хочу пройти, никак не могу. Ну, что тебе мешает? Да, время. Это время навалом. Люди, подходите, посмотрите. Ну, вот на новогодних каникулах пройдешь. Я вот думаю, какой игрой закончить годы и какой игрой начать следующий год. Наверное, снова Final Fantasy 13. Я закончу GTA и начну GTA. Или Mortal Kombat с другом. А, не, ну я более эпичный. Не, просто смотри, я уже 4 года встречал и провожал Новый год с Final Fantasy 13, потому что она очень красива. Ну, сюжет, она полный слив, но это уже другой разговор. Я, так сказать, хотел встречать Новый год красиво. В этом году у меня есть... Другие игры, ну посмотрим. Лордмен пишет, что ты пока следил за чуваком, не заметил, как контрабандист на балку залез. А, чё, реально? Круто. Блин, кто на меня смотрит уж столько? Это было неумно. Этим скотам нечего делать. Ай, прекрасно, меня убили страшно. Все не ходили. Лордмен пишет, я закончу доткой, как всегда. Да уж. Ну, у каждого своя игра, скажем так. Да твою ж... Ладно, убью их, крестоносцев. Лежать. Хотя не, можно Assassin's Creed 4 или GTA 5 в этом году. Да есть игры. У меня, кстати, с ней все должны были уже. Честно, игрокам можно будет после стрима поиграть. Ну, не забывай, что в воскресенье у нас стрим.
Уже точно. Завтра, заодно, завтра заодно приготовимся к нему. Ну, да. Просто заодно может потренироваться сегодня. Сегодня не знаю, но завтра надо. А что там тренироваться? Ну, нам нужно два танка с военной базы вкрыть. Ну да, точно, я забыл. Так что будет ад. И потом все, с GTA закончим. Потом я вообще брошу GTA Online, буду играть. Я сильно хочу прекрати. Еще раз? На, мне нравится. Ну да, хуй. Убит. Но перед тем, как пройти GTA, я должен перепройти Ведьмака второго, я хочу. Причем сильно. И там тема того раскрыта хорошо. Может даже прямой эфир замучу. Прямой, ну как бы, вот как с Ассасином, только Ведьмак второй, так как первый Ведьмака нету на консоли. К сожалению. Жаль, что его все-таки в конце концов не портанули. Вот его анонсировали, потом заморозили и до сих пор ничего не слышно. Я немножко прослушал, что анонсировали? Ведьмак первый анонсировали на консоли, потом его заморозили и он так и не вышел. Да зачем он нужен на консоли? ПК эксклюзив. Хорошая игра, почему зачем нужна? Вот второй Ведьмак игра-то вышел, прекрасно. Прекрасно. Я играю, не тормозит, никаких проблем. А первый Ведьмак до сих пор у меня на максимуме хочет запускаться. Точнее, тормозит на максимально. Так что... пришвартованные суда немедленно разгрузить и покинуть. Интересно, третий Ведьмак будет лучший РПГ? Для передачи корабля. Ну, думаю, да, сейчас любая ничего достойного я не вижу на горизонте. Dragon Age что-то. Ну, окей, Dragon Age же он порвет как тузик грелку. Ну, вообще, Dark Souls... Да, Dark Souls да, это уже не... Это вообще это не РПГ. Это уже ну, совсем да, другая как игра. Как бы да. Ну, смотри, как бы в следующем году, в конце года-то выходит второй Ведьмак и Dragon Age. Но ходят слухи, что Dragon Age вообще может выйдет так вообще еще чё... через год. Тебе что-то зарубовойсило? Меня зарубовойсило? Да, у тебя интернет пропадал опять. Да, у меня интернет упал. И меня раз зарубовойсило. Это твоя последняя! Так, побьем этого... чувака. Все, готов. Я не виноват. Я лишь исполняю приказы. Да, да, да. Хочешь вернуть корабль? Обращайся в суд. Мне нужно не это. Тогда что? Сибранд забрал около сотни кораблей. Для чего? Блокада. Они выйдут в открытое море и встанут периметром. Зачем? Салах-ад-Дин собирается атаковать с моря? Нет, он тут ни при чем. Все это, чтобы помешать Ричарду привести подкрепление. Зачем человеку Ричарда действовать против своего короля? Не знаю. Спроси Сибранда. Это его приказ. Я лишь оглашаю его. Теперь, пожалуйста, отпусти меня. Я сказал все, что знаю. Извини. Не хочу, чтобы ты проболтался. Все, готово. Это, по-моему, у нас первый пока что. Да. Это пир. Да. Ну ничего. Ну вот там пока недалеко нормально. Снова. Что-то. Кстати, уже без пяти. Без думаю, пяти. Перерыв нужно устроить. Ну, давай сделаем еще вот это. Да! У него... Потом реально сделаем перерыв. Они впустили тебя в город или пришлось сражаться? Ой, прости мои манеры. Мне необходима твоя помощь. Я вчера крепко напился в портовом борделе и оскорбил жену тевтонского рыцаря. Ну, по крайней мере, так говорят. И теперь рыцари меня ищут. Ты поможешь? Если ты успеешь вернуться до того, как я уйду из города, обещаю поделиться с тобой своей мудростью. Вот сделал дерьмо и потом разбирайся, Альтаир. Гора спрашивает, прошел ли ты Бэтмена? Да нет, я сейчас как раз на Джокере. Прохожу. Все пока что очень прекрасно. Начало было таким унылым. Начало было унылым, но сейчас просто шикарно. Просто реально.
Мне нравится, как сделан новый Джокер. Он так круто сделан. Тут что-то в чатике зашел разговор про Mortal Kombat, мне же поиграть захотелось. Надо будет подписку продлить. Продлевай. Возьми себе на месяц или на три. Кто-то рыгнул. В игре. Ну, это понятно, что в игре. Не в прямом же эфире. Ну, вдруг кто-то подумал, что это кто-то из нас. Или на фоне. Ну, на фоне у меня никого нет. Не знаю, у меня тоже. Тебе что-то со звуком странно случилось. Не знаю, может, что-то у меня так. Ну, возможно, в скайпе там что-то только. Да, в скайпе. И надо мне себя потише сделать. Что это с ним приключилось? Да вроде бы, но... Ну, вот... хотя нет, немножко все-таки это... Хорошо, так где ты? Ой. Это недобрый знак. Чтобы меня не заметили. Только бы не заметили. Только бы не заметили. Я монах, я монах. Никто меня не видит. Еще красным мигает. Все. Ты везучий человек. Остался в живых. Да, я знаю, что я везучий человек. Прикольно, вот что трех человек по стелсу убил. Кто там говорил, что я не умею стелсить? Разозленный пьяный матрос. Конечно, все говорят. Немного, но я знаю, что кто? Все. Все, абсолютно. Ну вот сейчас все убедились, что я могу стелсить, когда хочу. Так, ладно. Ты даже в Call of Duty не можешь стелсить. Окей, Call of Duty — это другое дело. И вообще-то я там стелсил. До определенного момента. Он Кейт пишет, ты, блин, один такой в рясе, монахов нет, ты еще вроде, чтобы тебя не заметили. Ну, а разве меня заметили? Нет, хе-хе, это что, Assassin's Creed? Кейт пишет, в колде, стелс, ну да, в новую Call of Duty завезли. Да. Там есть один открытый, причем открытый уровень, не коридорный. Ага, да не, только один. Ну там стелс такой, хочешь стелс, хочешь нет. Да, ну, было забавно, мне понравилось. Ну да, только ты почти сразу спалился. Не, не сразу, я постелсил немного. Ну, ты убил трех человек, потом, когда их было больше. Ну, потом меня заметили. Ну, я думал, там стелс как в Assassin's Creed, оказывается, что нет. Не как в Assassin's Creed. Так. Здесь я синхронизировался и ничего мне не нашел. Да мне все равно, что тебе деньги нужны. Мне тоже нужны деньги. Отойди. Я щас, если я еще два раза синхронизируюсь, я получу еще одну полоску здоровья, как я понял только что мне написали. Круто. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Не молчи. Так меня слышно, мне что-то интернет слагал, походу. Слышно, слышно. И у тебя интернет лагает? Ты что, в Италии живешь? Чего я? Говорю, у тебя тоже интернет лагает, ты что, в Италии живешь, что ли? Да нет, у меня стрим-то работает, а вот что-то чатик у меня повис. А... Пишет проверить соединение с интернетом. Бывает. Так, окей. Сейчас нам надо украсть, по идее. Да я хотел убрать метку. Они говорят на английском. А вот все. А вот еще один баг в игре. В русской версии. Че там? На английском говорят. Бывает. Забыли за озвучку завести. Бывает.
Ой, блин, у меня залагало. Ты залагал чат Factory, там просто 4 раза мое сообщение отправили. Бывает. Если вы устали от некачественных товаров, все ко мне. Мой товар лучше. Да уж. Ну, теперь это уже баг русской версии, это уже не... необычный баг, скажем так. Все, украли. Все, теперь пора в бюро. Ассасинов и потом убивать его. Но перед этим давай сделаем перерыв, как мы и задумывали. Да, пожалуй, можно. Ой. Я что-то странно падал. Гора пишет, что на ПК не было такого бага, но, по-моему, я разок слышал где-то в Акре. Ну, возможно. Ну, я вроде слышал просто прохожих. На Xbox вообще нет русской озвучки. Ну, по крайней мере, в европейской версии. Нет, до сих пор что-то немножко лагает. Вот. Что? Стрим? Неужели никто мне не поможет? Нет, чат. Он точно разобьется. Ну, может, сейчас сделаем перерыв, и все у нас отлагает. Кстати, кто там на Twitch смотрел? Кейт, по-моему. Работает он или еще не работает? Twitch вроде уже не нужен, но если кто проверит. Да. Все, вот бюро ассасинов. Здесь мы и прервемся на 5-минутный перерыв. Поставим паузу. Хотя можно оставлять паузу. Так что... всем отдых, отдыхаем 5 минут, потом возвращаемся и заканчиваем игру, я думаю. И люди, которые сейчас присоединились на Metal Gear, к сожалению, Влад заболел, и поэтому Metal Gear переносится снова. Попробуем, не знаю, может быть, на следующей неделе 2 стрима сделать или что-то в этом духе. Так что, всем перерыв, скоро увидимся.